Всем привет! Разработчики добавили в игру новый ивент. Вчера это было просто жестко. Вылазит тебе такой противник на 2000-3000 больше. И все. Как бессмертный от зума получается. Только его тени мухой можешь. И то, если успеешь вернуться от его атаки. Чуть нагнулся, так все. И нет тебе. Сразу иглами стреляет. Потом столб кидает. Но потом, короче, игроки много всякой фигни написали на эту тему. Они решили пофиксить. Смог победить где-то примерно 9 ботов фельдшеров. Он стал примерно в 2 раза меньше моей силы. И попытаюсь сегодня открыть бустер-паки. Пособирать награды. Даже возможно выбить галифу. От зума в бою так и остался крысой. Что разработчики понизили его в 2 раза, что повысили. Он все равно крыса. Вот допустим мы возьмем игроков, которые только начинают играть. Они максимум могут доля 10 сыграть спокойно, а дальше качаться. И в итоге что? Ведь этих игроков просто нет. Потому что от зума крыса. Ну, должны еще добавить события, как это, официальное. Смотрим, что будет. Они вроде хотели еще марафон добавить, но будем надеяться на это. Вот по сравнению с ботами в арене, которые тоже крысят, и всякие кемперы, всякая прочая хрень. От зума по сравнению с ними это вообще ничто. Он... Нет, наоборот. В общем, короче, от зума хуже, чем они, короче, стал. По крысятству, по кемперству. Даже к нему вернуться спокойно. Невозможно, тут было ударов. Он просто спамит, все. И нифига ничего не получится.